привет и добро пожаловать в мой новый блог. Сегодня 7 сентября, годовщина, поэтому видео начинается с таких вот моментов жизненных. Было это давно, но как вчера на самом деле. Я так рада, что хоть что-то сохранилось, хотя у нас не было профессионального видеографа, или как его там, был только фотограф, но вот любительские съемки остались, и мне захотелось с вами поделиться. Сегодня хороший, конечно же, повод что-нибудь такое необычное, вкусненькое приготовить, и я буду печь торт. Это польский рецепт, называется торт Пани Валевская, ну, Пани Валевский или Пани Валевская, не знаю, но рецепт очень классный, я уже попробовала, очень вкусненький торт, вот, значит, сегодня декор, хочу вам показать осенний декор, из того, что у меня было, в принципе, что-то я приготовила, что-то я сделала сама, и расскажу, как я это делала, и сегодня же я в конце хочу вам показать, так как еще все-таки заготовки это актуальная тема, я хочу вам показать классный рецепт маринованного острого перчика, который делается без варки какой-либо, просто маринуйте и готово. В общем, приятного всем просмотра. Торт Пани Валевская. Это очень вкусненький торт, он трехкомпонентный, можно так сказать, поэтому начинаю с заварного крема, для того, чтобы он остудился, 2 яйца у меня здесь, сахар, соль, ванилин и крахмал. Все граммовки будут в описании под видео. И ввожу в эту массу горячее молоко, но не кипяченое. Переливаю в кастрюльку и нагреваю и завариваю крем. Крем надо очень хорошо охладить. Для этого я его переливаю в другую емкость. Накрываю пленкой, даю остыть, накрываю чем-нибудь сверху и остужаю до полного и остужаю. Следующий это песочный корж. Значит, сливочное масло, сахар здесь у меня. Добавляю 4 желтка, постепенно ввожу муку и чай и разрыхлитель. Тесто, вот такое тесто должно получиться. Делю его на 2 равные части. И как бы вы можете раскатать его любой формы, которые вам нравятся. Хотите квадратные, хотите прямоугольные, хотите, как я, круглая. Вот таким образом я формирую круг, чтобы он был у меня ровный. А духовку разогреваю до 180 градусов и выпекаю корж 15 минут. Ну, вы знаете, очень хорошо, чтобы он был такой подзолоченный. У меня есть в духовке режим конвекция, поэтому я выпекаю одновременно 2 коржа. Но если у вас такой функции нету, то выпекайте по одному. Но корж должен хорошо быть румяный, тогда он будет таким с ореховым вкусом вкусным. Вот такие коржи у меня получились. Сейчас сделаю третий слой, это меренга. Для этого мне понадобились белки и соли. Взбиваю до пышной такой пены. Затем медленно добавляю сахар. И полностью взбиваю массу. В самом конце я добавляю еще крахмал. Для того, чтобы была хрустящая корочка. Меренга получается внутри мягкая, а сверху хрустящая. Ну что ж, здесь у меня варенье из смородины. Оно не должно быть, оно должно быть густым. Я просто сварила ягоды с сахаром замороженные. Распределяю на корж. Вот, разровняйте. И сверху вы можете добавить грецкий орех. У меня миндаль.
Я считаю, что его жарить не надо. Запекаем 35 минут при 150 градусах. Вот такая вот, вот такой вот коржик. Таких коржиков у вас должно получиться 2. Так, сейчас мы должны доделать крем. Для этого сливочное масло я взбиваю и постепенно добавляю сюда в заварную крем, который у нас уже охладился. Этот торт получается не очень сладкий, такой с кислинкой, очень вкусный. Вот такой крем должен получиться. Выкладываю первый слой, наношу крем. Вы можете вот, в принципе, сначала положить крем, а потом вот этот коржик и сверху крем, потому что получается, чтобы он туда-сюда не ездил. Разровняйте и сверху и сверху положите второй слой. Все, в принципе, готов. Дайте настояться ему 3 часа, если у вас терпения хватит. У меня его, конечно, не хватило. Я его раньше разрезала и попробовала. Ну, вот это необычный вкусный десерт получается. Итак, в этом видео хочу вам показать, как я изготовила каркас из ветки. Для этого я нарвала вот таких вот, такой вот лозы и выбрала самый подходящий. Первый у меня тут, сформировалось первого тут диаметр каркаса, который у меня будет. И при помощи лески соединила их и накручиваю вторую ветку. В общем, первых 3 ветки очень сложно будет скрепить. Я при помощи лески я их скрепила. А следующие ветки, ну, как по маслу, грубо говоря, там ложатся. Главное, наверное, вот изначально определить, где у вас будет изнанка, чтобы, ну, как-то придавать, округлять, и какой-то вид был более красивый изначально. Потому что потом будет это сложнее исправить. Вот ветку я немного гну для того, чтобы она лучше ложилась. Я определилась с толщиной каркаса. Я высушила сам каркас. Затем я покрасила белой краской. И у меня получился такой замечательный каркас, который можно украсить в зависимости от сезонности. Либо веточками, либо сухоцветами. Ну, мне нравится вот так вот. Минимализм без ничего. И сейчас хочу вам показать еще одну заготовочку на зиму. Это перец острый. Для этого в баночки я укладываю листья сельдерея, чеснок, душистый перец и нарезаю перчик. Можно еще положить целый перчик для красоты. Можно чередовать красный и зеленый. Готовлю маринад для перца. У меня здесь баночка 200 мл. Я беру 2 столовые ложки меда, 150 мл уксуса яблочного и 9% 1 к 1. Всего 150 мл. Добавляю пол чайной ложки соли. Все хорошенечко перемешиваю и заливаю маринадом свою баночку. Закрываю крышкой и храню в холодильнике. Очень остренько и пикантно. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал.
Увидимся. Пока-пока.